Всем здравствуйте. Мне Алинка подарила подарочек. Я не смотрела, что там. Сейчас будет распаковка. Меня никто не снимает. Оставили меня тут, значит. Алинка в буфете. Вот такой вот пакетик очень красивенький. Тигрица. Итак, первое. Ух ты, блин. Опять сладости, друзья. Второе. Еще сладости. Еще сладости. Еще сладости. Еще сладости. Еще сладости. Пути-пути-пути, сладкий какой персик. Вот такой вот персик сладкий. Еще сладости. Еще сладости. Еще сладости. А, это Мишка тут лежал. Да. Еще кружка, третья по счету. Вот такая вот кружечка. И все? И еще сладости. Сладкий мир. Подарок. Если бы я. Короче, как обычно, жопа слипнется. Милота. Себе. А, трэш. Прогулки под дождем. Ой. Всем привет! Я вернулась. Кого? Подписывайтесь на канал Лики, ставьте лайки. Как дерьмовая погода. Все дела. Я промоутер. Промоутер? Ой. Спасибо, я пиар-менеджер. Да. Идем куда-то, меня заведут. Балдеж. Я купила еду. Ну, норм. Я... Алина тоже купила еду. Идем. Да, почему норм? Вкусно. Иду к мужу его кормить. Ура. Жизнь удалась. Да. Класс. Ноль эффекта. Ну классно получилось, капец. В общем-то, я хотела вам снять, типа, в Инстаграм сняла, как я упаковывала свою татушку, а сюда хотела, типа, снять, что я держу, жду, пока сделается татушка. В итоге я случайно убрала руку, и татушка сделалась. Короче, сегодня я делаю татуировки. Слабрис заказал, как вы видите, удачный вариант. Да, очень хотела заснять этот момент, только пришла с колледжа вообще, поэтому сразу за съемки, а сейчас вообще пойду купаться. Но я типа такая красивая снялась, а сейчас просто уже будет мокрая голова, полотенце будет на волосах, поэтому вот так. Приходи ко мне вечером, я люблю наши летние встречи, тепло июля, красивые плечи, ее держу в моей.
вдоль берега высока. Красоты твоей цена погубила пацана, погубила. Танцы, мы устроим танцы. Ты такая классная, крутишься в пространстве пьяными глазами. Хочется влюбляться, завтра не настанет. На сегодня танцы, на сегодня танцы. Приветики, я в родном доме. Как я давно его не видела, вчера вечерком приехала, хотя прям ночью, потому что я вечером приехала, мы гуляли с Машей еще, потом у нее сидели. Сейчас я уже дома, час дня, собралась и выдвигаюсь к Маше. Мы первым делом пойдем в кондитерский магазин. В общем-то, сегодня по планам испечь тортик для мамы моего парня. Мы это будем делать у Маши, так как все-таки хотим еще вместе время провести с ней. Поболтаем, я хочу снять процесс, это будет очень интересно. И также сегодня буду делать сюрприз для своего парня на 3 месяца наших. Я придумала очень классную идею с футболкой. Уже давно заказала. С футболкой были вообще заморочки, потому что первый размер я заказала, посмотрела. Очень какая-то большая футболка, пришлось перезаказывать. Перезаказала, мне она тоже не нравится, на самом деле очень широкая. Мой парень любит, любит облегающие футболки. Ну, такая подумала, блин, на самом деле, сейчас у меня Элька, вроде бы, да, Элька. И она маленькая, коротенькая, но все равно широкая. И я очень волнуюсь, что она не подойдет, но надеюсь, все подойдет и все будет окей, и мы справимся. Потому что, ну... Я, получается, сделаю подарок, и, представляете, ничего не подойдет. Но мы надеемся на лучшее, надеемся, что все подойдет, и все будет очень крутенько. В общем-то, я оделась, сейчас уже буду выдвигаться с Машей. На улице ветерок, но достаточно тепло. Господи, как я обожаю наш город за то, что на каждом шагу растет сирень. Это просто... Я не буду снимать. Выбираем всякие штучки в кондитерском магазинчике. Маша хочет мороженое. Мороженое. В смысле мороженое? Ты хочешь шоколадное мороженое? Шоколадное мороженое. Ты хочешь себе мороженое? Тут много всего разного. Купили упаковочки, там Маша себе мороженое сделала. Там 2 упаковочки для обычных, хотим сделать кексики, и большой тортик. Мой любимый магнит. Нет. Набор успешного человека. Мы будем тортик делать с клубничным. Сливки взяли для крема. И вот такой вот кремушек. Сыр. Крем-чиз.
Мы уже дома, у нас кукинг в студии. Штатива у нас нет. Мы его посеяли. Потеряли. Но мы не сдаемся, мы кулинарим. Так, 3 яйца. Можно я вилочку? Сижу тут такая. Ой, вилочку, ножик. Команду подайте, раздайте, передайте. Да, принеси, подай, это вот. Опа. Спасибо, мама, мама. Мама, спасибо. Да. Сейчас мы приступаем расписывать маечку для моего молодого человека. Красоту будем делать. Чу. Но исключение. Короче, что это? Мы посмотрели, как смотрится поцелуй на черной не очень. Поэтому мы делаем типичный. Ну, не типичный, на самом деле. Кто еще карман делал? Никто. Обычно все делают посерединке, но мы сделаем кармашек такой беленькой красочкой, его зашпаклюем. И, естественно, красивые поцелуи на белом фоне. Самое то, я считаю. Поэтому, да, сейчас будем. Это... Меняем род деятельности. Сейчас буду делать открыточку для тортика. К тортику маме парня. Ты мой кислород, и пускай космос. Это я понимаю, наборчик девочки, блин. Маша тут творит, я тоже, как бы. Да уж. Ну вот это, конечно, да, мужик ее постарался нормально так от души. Пускай космос. Пускай космос унесет направление восток. Прочитай между строк. Моя мисс бесконечность. Перешли на кухню, что-то у нас чилзон такой нереальный. Ты меня забыли. В какой части покажи главу? Чувства просто-напросто остыли. А мы делаем с душой, с добром. Самое интересное начинается только сейчас. Как ли? Я каждый день не могу. Просто снова подожгу.
просто подожгу. И ты на проводе снова не в городе. Может быть, я тебя снова ищу. Где-то на холоде, вне своей области. Может быть, сам себя не дотащу. Поскорее бы выбраться, чтобы вдохнуть. Или не выбраться, чтобы засохнуть. Может быть, это все просто флешбэк. Но я не помню себя на тусовках. Но я лишь помню тебя на тусовках. Трезвые лица, голова с полки. Чистая кожа, ни одной наколки. Ты гонишь, малышка, ты лучше наркотик. Ты наливаешь мне будто в забой. Это все не забыть, не назвать. Это опыт, нас в комнате трое. Твой запах важнее кислорода. Oh, love, да тону в тебе плавно. Так глупо, но славно. Прошу тебя, не вини. Всем-всем доброе утро, прекрасного денечка с 1 мая. Уже пролетел целый апрель, скоро будет лето. Я сама в шоке, я не понимаю, что происходит. Сегодня, естественно, будем отмечать этот прекрасный солнечный день. Вроде бы солнышко, вроде бы тепло. Поедем с родными и с моей подругой на природу. Шашлыки, машлыки, все дела. Мы себе еще купили колбаски такие шашлычные. Должно быть очень-очень вкусненько. Завтра я уже еду в Ростов. Поэтому последний день в Пролетарске нужно отметить как следует. Такие вот дела. Я на таком, на домашнем, на стилевом. В общем-то, мне бабушка еще 8 марта в Пролетарск дарила вот такое вот чудо. Что это такое? Это игрушка, во-первых. Во-вторых, тут есть замочек. На прекрасном месте, на заднем. Вроде бы тут одеялко должно быть. И еще смотрите, какая кися-миси, не могу прям. Но они такие миленькие. Я очень хотела снять именно распаковочку. Вчера мама хотела уже распаковать. Я говорю, нет, давайте подождем. 8 марта аж. Они ждали меня очень долго. Так, мне очень самой интересно. Блин, странно сделали доставать из... Извините, задницы игрушки. Одеяло. Ух ты, ёкаламане. Оно маленькое, наверное, уютненькое такое. О, знаете, такое можно на природу постелить. Сейчас вам покажу весь ростик. Ну, нормалёк, мне кажется. Идеальное такое. Оно такое тёпленькое. Правда, я в Ростов его никак не возьму. У меня и так вещей полно. Всё, пустой. Пустой. Такая милая игрушка, я не могу. А этого цыплёночка я... Сейчас буду распаковывать в Инстаграм, так как нужно в Инстаграм же тоже что-то снимать, да? Поэтому переходите по ссылочке в описании на мой Инстаграм. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Там тоже вся моя жизнь. Там тоже все интересное. Просто я распаковала два. Они такие нереальные, мягенькие. Я не могу, они такие обалдежные. Музыка для будни или лайфа, музыка для тачек, музыка для кайфа. Брат мой, дави газ пол. Итак, друзья, начинаем съемки. Сейчас. Слежка, уровень. А где они все? А, вон. Папа, мой папус. Папус. Молли с ними. Мой систерс. А где Молли? Воля, Молли, Молли. О, виду, виду. Виду, виду. А на самом деле мы так далеко. Да. Да, но ну, мы следим. Мы с бинокля следим за вами. Наша музыка для души. Танцуй со мной. Я не отдам тебя ни за что. Никому музыка для души. Танцуй со мной. Называется... Не будем ничего кушать. Нет, мы наелись. Мы наелись, да. Бабушка решила нас как бы переесть. Мы наелись. На этом все. Спасибо за просмотр. Желаю тебе прекрасного времяпровождения и отличного настроения. Пока-пока.